На площади Кирова в Петрозаводске представители школ практически из всех районов республики. Домой они отправятся уже на новеньких школьных автобусах. Есть школы, которые впервые получили автобусы в свое пользование, потому что появились новые автобусные маршруты, появился подвоз детей в другие образовательные учреждения. Новый транспорт отлично подходит к карельскому климату. Теперь дети смогут добраться до школы в тепле и комфорте. Он утеплен. Там дополнительные есть печи. Это очень хорошо. Наши дети, конечно, едут весь маршрут максимально около 30 минут, но 30 минут в тепле ехать – это достаточно хорошо. 21 автобус Карелия получила в рамках нацпроекта образования. Уже заполнена заявка на еще 15 машин. Благодаря такому пополнению скоро все школы обзаведутся новенькими автобусами. Марат Дожидаев, Александр Борисов, служба новостей.